Начать подготовку к новому отопительному сезону в те сроки, в какие было задумано, не получилось. Погода не повезло. Из-за того, что отопительный сезон на этот раз закончился немного позднее обычного, пришлось сдвигать и сроки начала ремонтов. Но они уже начались. Теплоэнергетики проводят обязательные опрессовки. Идут опрессовки, они начались поздно, потому что сезон закончился поздно, поэтому необходимо провести опрессовки, проверить сети там, где будут порваны, необходимо восстановить и по второму разу провести опрессовку. Все это нужно закончить до отопительного сезона. Объемы ремонтов, которые установили для себя ресурсники, не маленькие. С муниципальными сетями проще. Осталось заменить два участка на Пронина-22 и в Белом море. Трубы в военном городке реставрировать будут в следующем году. Этим летом предстоит решить вопрос о переводе жилых объектов на котельную 21. Проводятся собрания в домах по вопросу присоединение к 21-й котельне в связи с тем, что там будет режим 130/90, в отличие от того, что существует на сегодняшний день. В связи с этим необходимо установить элеваторные узлы. Сегодня проводится собрание по установке элеваторных узлов. Мы говорим, что граждане делают только проекты на установку узлов. Это порядка 20-25 тысяч с дома. Все остальное муниципалитет берет на себя. Установку элеваторных узлов будем устанавливать мы, вернее, будут устанавливать управляющие компании за ту субсидию, которую выдает муниципалитет. Все работы, как уточнил Юрий Мирбабаев, должны быть завершены до начала нового отопительного сезона. МЭС занимается проектированием, параллельно он будет проводить работы по соединению трассы в районе Советской 18 с трассами сетей вооруженных сил.